Круглый стол о перспективах развития туризма в Ингушетии и сотрудничества с регионами СКФО состоялся в правительстве под председательством руководителя комитета по туризму Беслана Мизиева. В нем приняли участие туроператоры из разных городов России, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Пензы. На встрече обсудили актуальные вопросы, стоящие перед регионом в туризме, перспективы его развития, реализацию различных проектов, наметили сценарий совместной работы. Беслан Мизиев отметил, что сейчас ведется работа по развитию курорта Арымхи, направленная на выстраивание зоны культурно-опознавательного и рекреационного туризма. Здесь планируется строительство и совершенствование горнолыжной трассы инфраструктурных объектов. В следующем году мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи включены в программу Дней культуры Ингушетии в Свердловской области в связи с 30-летием республики. Помимо этого, в Крыму и Севастополе планируются аналогичные мероприятия. Гости единогласно отметили радушие, с которым их встретили местные жители. Восхищение национальной ингушской кухней, выразив надежду, что это не последний их визит в гостеприимную Ингушетию. Ингушетия – это, наверное, одна из самых перспективных республик в отношении туризма. Причем, исходя из того, что происходит сейчас в больших городах, где люди уже абсолютно потеряли и физическое, и психическое здоровье, это вот место не только для покоя и для возвращения самого человека к самому себе, но это место, наверное, одно из немногих, которое осталось, где человек может говорить с человеком. Здесь такое великолепное отношение людей, а это главное. Но уж этим людям дана такая прекрасная природа. Это тоже не отнимешь, да, Ингушетия. Горные реки, великолепные виды. То есть здесь подойдет туризм абсолютно для всех категорий граждан. Ну, можно с вами говорить о спортивном туризме. Подойдет? Конечно же, подойдет. И все это есть, все условия для этого есть. Мы можем говорить с вами о гастрономическом туризме. И действительно, чудный край, просто мы Богом поцелованный. Мне так показалось, я первый раз в Ингушетии, надеюсь, не последний. Совершенно чудесный край. И, конечно, перспективы развития туризма здесь очень обширны. Даже вот не могу сказать, кому бы здесь не подошло или что бы здесь кому-то не понравилось. Вот это вывод на сегодняшний момент, на сегодняшний день. И я думаю, что не только выражу свое мнение, но и всех, кто прибыл из больших городов к вам в гости.